The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Так, начинаем наш сегодняшний вебинар. Давайте посмотрим, все ли у нас включилось, идет ли у нас запись и так далее. Проверим техническую часть. Тема у нас сегодняшнего вебинара будет про то, как добавлять свою сущность в Bittrex24 в коробочную версию. Вебинар у нас проведет Никита Калин, поделится опытом из компании Interwoga. Собственно, спасибо большой компании Interwoga, что продолжает с нами делиться опытом, да, своим, и рассказывает best practices, то, как они решают задачи. Никита, скажи, пожалуйста, на связи ты с нами? Да, я здесь. Всем привет. Отлично. Никита у нас на связи. Все хорошо. Так, чекнем запись. У меня включена. Чекнем, значит, аудиторию. Ребят, скажите, пожалуйста, хорошо ли нас в первую очередь слышно, видно ли нашу презентацию. Может быть, даже кто-то видит меня, но это не так важно в этом докладе. Плюсики у нас пошли. Отлично. Отлично. Кто-то ожидал увидеть облако, а не коробку. Ребята, сегодня мы говорим про коробку. Так, все хорошо, звук есть, плюсики пошли. Отлично. Так, раз у нас со связью все хорошо, собственно, по формату. По плану вебинар продлится у нас 1,5 часа. Мы сделаем несколько остановок, поотвечаем на вопросы. Пожалуйста, по ходу спрашивайте, да, мы будем делать паузу, смотрите, что у нас скопилось, давайте ответы. Сразу скажу, что чат у нас не включен, то есть то, что вы пишете, это вопросы нам, администратор, видимо, их только мы, друг друга вы вопросы не видите. Мы будем их озвучивать и давать ответ. И, конечно же, после вебинара мы планируем разместить запись. Немножко еще раз про формат тем, кто с нами первый раз на вебинарах по коробку Bittrex24. Так как у нас объемный код, поэтому, конечно же, будем заранее подготовлены использовать материалы, код, да, ну, пояснять, да, что к чему, откуда что берется, как это работает. И в течение вебинара мы рассмотрим целое такое законченное большое решение, которое решает поставленную задачу. После вебинара, через некоторое время, мы опубликуем статью, где еще раз распишем все основные моменты и обязательно выложим исходный код, да, поэтому не нужно ничего скриншотить или что-то еще. Это все обязательно будет у вас доступно всем после вебинара. Только не прямо уж сразу на следующий день, но в течение некоторого времени появится. Собственно, про формат я рассказал, все представил и передаю слово Никите, который раскроет сегодняшнюю тему нашего вебинара. Никита, я переключаю тебе трансляцию. Так, ну, меня видно? Значит, сейчас я проверю, скажу. Да, я вижу твою презентацию. Так, ну что ж, отлично. Сегодня будем говорить про то, как создать свою сущность в Bittrex24, что называется, прям с нуля. Как правило, это касается довольно больших доработок Bittrex24 и нужно крупным компаниям. Если мы говорим о создание сущности. Зачем это вообще может понадобиться? Ну, чаще всего какой-нибудь компании нужно что-либо учитывать и ввести учет в Bittrex24. Ну, плюс ко всему тому, что вы будете хранить в этой сущности, может потребоваться прикрепить какую-то, так скажем, логику. Порой эта логика тоже не укладывается даже в бизнес-процессы Bittrex24. Приходится много всего прогнать. Ну, вот сегодня мы будем говорить больше про интерфейсную часть. Но я отвлекся. Какие есть пути? Как мы можем создать свою сущность Bittrex24? Ну, я вижу как минимум два способа это сделать. Первый способ – это универсальные списки. Здесь, в принципе, все просто. Считайте, что это инфоблоки те же, но только в публичке. В ряде случаев даже программировать не надо. Просто идем, создаем, все работает. Опять же, если доработки у нас слишком большие, я тут выделил несколько случаев, когда универсальные списки могут вам не подойти. Ну, например, логика очень обширная, которую вы пишете кодом, и вам приходится писать, скажем, кучу каких-то обработок
переводчиков событий, на клиенте что-то модифицировать очень много, все это выливается там где-то хаки, где-то еще что-то. В итоге у вас получается большой несопровождаемый код, который, скорее всего, со временем помрет, и вы не сможете его развивать никак. Другой случай, когда может требоваться тонкая настройка прав доступа, например, на уровне отдельных полей, там, действий с элементами и так далее. Как вы знаете, в универсальных списках набор действий ограничен, ну и разрешения могут выдаваться только там на весь экземпляр объекта, так скажем. Ну и еще один кейс, когда вам нужны совсем уж кастомные интерфейсы, которые сильно отличаются от списков. Ну, как вы помните, там у нас есть список, есть детальный просмотр, есть редактирование. Вот у вас могут быть какие-то особые формы, чтобы лучше представить информацию пользователю. А если их нужно реализовать, вам придется либо очень сильно перерабатывать универсальные списки, либо писать свою сущность. В общем-то, сегодня этим мы и займемся. Ну, давайте поговорим о задаче. Так, надеюсь, слайд переключится. Ага. Мы будем добавлять торговые точки в CRM. Ну, такая довольно простенькая сущность. Надо сразу сказать, что ее можно было сделать на универсальных списках. Ну, опять же, сегодня мы рассматриваем вот создание сущности кодом. Что мы сделаем? Сделаем список торговых точек. Ну, давайте я покажу сразу. Список, ну вот, например, список сделок. Вот такой же грид мы сегодня сделаем. Сделаем карточку сущности. Единственное, что сделаем мы не новую карточку, как здесь, а старую, если помните, как она выглядела, просто список полей. Ну и также режим редактирования торговой точки. Еще одна небольшая задачка. Сделаем связь других сущностей с торговыми точками. Для этого мы напишем свой тип пользовательского поля и подключим, точнее, сделаем возможность привязывать сделку к торговой точке. Ну, это, опять же, в качестве примера. В наш вебинар уже никак не влазит проверка прав. Ее реализовывать мы не будем. Это отдельный обширный вопрос. И кэширование тоже его не будем сегодня реализовывать и вообще на нем останавливаться. В общем-то, кто писал компоненты для BUS, все знают, как делается кэширование в компонентах. Там ничего специфического для Bittrex 24, в общем-то, нет. Итак, ближе к делу, что называется. Я подготовил вот такую вот диаграммку. Она, конечно, не относится ни к какой нотации, но тем не менее. Что касается нашей сущности. Если вы хотите дать возможность пользователю производить все основные операции, вот я их выделил, то есть чтение, создание, удаление, изменения, вам придется разработать как минимум 4 своих компонента. Ну, естественно, комплексный компонент, который боутером между вот этими тремя, которые отвечают каждый за свою подзадачу. Ну, то есть список, детальный просмотр и формы редактирования. Ну, начнем мы сегодня, давайте, с самого простого. Создадим в CRM раздел торговые точки и потихоньку начнем от него уже двигаться и что-то делать дальше. Создать раздел в CRM, ну, довольно просто. Это обычный каталог с файлом index.php. Я здесь уже подготовил, можно сказать, пустой файл. Вот давайте его загрузим. Этого достаточно, чтобы получить какой-то минимальный раздел. Вот, например, заходим в CRM, Stores. Вот он у нас уже есть. Дальше, перед тем, как уже начинать делать представление, там, список, просмотр, редактирование, давайте займемся самой сущностью. Ее прежде всего надо создать в базе данных. Для этого мы будем использовать модуль. Мы создадим свой модуль, я его назвал Academy CRM Stores. И в нем описал вот такую вот сущность, которая называется, ну, Store. Причем обратите внимание, что класс называется Store Table, а сам файл называется Store. Это, да, это такая фича автозагрузки классов в D7. Сделано это на будущее, чтобы впоследствии уйти от массивов, которые возвращают get-листы, к объектам. Но ладно, что мы описываем в нашей сущности? Ну, естественно, название таблицы, где все будет храниться, ну и саму структуру таблицы. В структуре таблицы у нас всего 4 поля. Айдишник, он у нас первичный ключ, автоинкремент. Название торгового.
торговой точки, ее адрес, это текстовые поля, и ответственный сотрудник. Поскольку ответственный сотрудник – это ссылка на другую сущность, описываем вот эту связь с другой сущностью, а именно с user. Ну, я думаю, про D7 ORM могут прочитать документацию, она довольно подробная в этом отношении. Сущность описали, чтобы она создалась, чтобы создалась для нее таблица, нам нужно в установщике модуля сделать следующее. Ну, естественно, метод doInstall, мы в нем вызываем installDB, ну и в installDB берем из storeTable getEntity, и у этого entity вызываем метод createDBTable. Естественно, вначале проверяем, что таблица не была создана до этого, чтобы у нас не случилась ошибка. Так, модуль у меня в принципе загружен. На всякий случай еще раз загрузим. Идем в установленные решения. Он у меня уже установлен. Ну, вам придется установить. Давайте проверим, что табличка у нас существует. Вот она, Academy CRM Stores Store. Здесь я даже заполнил ее некоторыми тестовыми данными для примера. Ну, все наши столбцы на месте, все хорошо. Вот. Далее. Раздел. Вернемся к нашему разделу. Как видите, он довольно сейчас пустой. У нас даже меню здесь не выявилось. Никаких кнопочек, ничего нет. Начнем мы здесь с чего? Давайте начнем прямо с комплексного компонента. Я потом вернусь к меню. Вы увидите, почему потом, а не сейчас. Да, ну еще раз посмотрим на структуру. То есть мы сейчас находимся здесь, будем делать вот этот компонент. Потом приступим к списку и ко всем остальным. Комплексный компонент Stores. Для него у меня есть заготовка. Считайте, что она практически пустая. Сейчас мы ее будем наполнять. Простейший компонент. Он у нас выполняет самый минимум функциональности. Я покажу его параметры. Здесь единственный параметр настройки ЧПУ. У нас будет в нем три страницы. Страница списка, она по умолчанию, она здесь не описывается. Страница карточки торговой точки, ну, детальный просмотр. И страница редактирования торговой точки. Вот их мы здесь описали, дефолтные шаблоны задали. Компонент будет поддерживать только ЧПУ. Для демонстрации нам этого достаточно. Особо не будем углубляться в написание компонента и все тонкости. В принципе, кто писал компоненты, я думаю, знают, как это делается, а если нет, то, опять же, документация есть, разобраться несложно, примеров много. Ну, в данном случае здесь у нас что выполняется? Pass, компонент Pass, который берет текущий URL, вытаскивает, точнее, сравнивает его с теми шаблонами, которые заданы в настройках компонента, получаем название страницы, которую сейчас нужно отобразить. Если у нас ничего не распозналось, у нас их там две было, detail и edit, то ставим показ списка. Var result помещаем каталог ЧПУ, еще раз шаблоны и те переменные, которые распознались из шаблонов. Переменные это вот эти вот решетка, допустим, store ID решетка. То есть он их из URL сам будет вытаскивать. Это все вот эта функция. Ну и все, подключаем шаблон компонента. Здесь, в общем-то, останавливаться, я думаю, нет смысла. Вот наш дефолтный шаблон компонент. У нас здесь, как и полагается, три страницы. Ну, начнем мы со страницы список. Точнее, даже начинать не будем. Здесь я просто подготовил. Считайте, что пустые файлы, здесь все закомментировано. Просто выводится название той страницы шаблона, которая сейчас выбралась в соответствии с URL. Ну и так везде, соответственно. Давайте вызовем этот компонент и посмотрим, что у нас ЧПУ заработало. И вообще все хорошо. Так, вот у нас вызов компонента. Все параметры ЧПУ сюда передали. Посмотрим, что у нас здесь появилось. Да, по умолчанию открывается страница списка. Давайте сделаем URL, как будто мы открываем страницу карточки. Да, карточка просмотр и страницу редактирования. То есть, ну, роутер работает нормально. Все хорошо. Кстати, да. Еще один момент, когда вы разместите вызов компонента, возможно, вам придется зайти в настройки и еще
еще раз их сохранить здесь. Зачем это нужно? При сохранении настроек из публичной части, настройки ЧПУ, точнее, ну да, настройки ЧПУ прописываются в URL rewrite. В противном случае у вас просто ЧПУ не заработает. Так, ну теперь да, вернемся к странице списка. Как мы будем делать список? Давайте начнем с того, что покажем меню. Дело в том, что в разделе CRM совсем не Bittrex меню используется компонент, а другой. Компонент называется CRM Control Panel. Вот он как раз всю эту менюшку и выводит. Вот если мы его сейчас вызовем, то вот оно, наше меню появилось. Естественно, в вашей странице здесь, торговой точке, она у меня есть, у вас ее по умолчанию не будет. Возникает вопрос, как же в такое кастомное меню, которое совсем не меню, добавить эту страничку. Вот здесь это делается с помощью события. В модуле Academy CRM Stores я зарегистрировал обработчик события. Событие называется OnAfter CRM Control Panel Build. И мой обработчик просто-напросто добавляет пункт меню. То есть здесь все довольно просто. Самое главное, естественно, ну, то, что видит пользователь, и ссылка, куда будет ввести этот пункт меню. Вот так с помощью обработчика у нас появляется ссылка торговой точки. Можно в CRM переходить по разделам. Далее. Так, давайте, наверное, сразу приступим к созданию списка. То есть мы сейчас написали комплексный компонент Stores, теперь будем писать компонент списка, называется он Stores List. Для него у меня тоже есть небольшая заготовочка. Сейчас мы ее будем, правильнее сказать, раскомментировать. Давайте посмотрим на класс PHP. Все, что закомментировано, свернуто, считайте, что не выполняется. Я здесь оставил только самые базовые вещи. А именно, у нас здесь подключается наш модуль Academy CRM Stores. Если вы не подключите, естественно, классы из него не будут доступны. Соответственно, мы не сможем сделать выборку из нашей таблицы. Что касается выборки, я написал небольшой метод getStores. Он принимает на вход параметры для getListа. Собственно, вот оно, StoreTable, getList. Метод делает что? Он получает в соответствии с этими параметрами какие-то элементы из нашей таблицы торговых точек. Дальше проходится, вытаскивает все ID-шники пользователей ответственных. Дальше получает данные всех пользователей, нам это в будущем понадобится. Ну и полученных пользователей, вот эти массивы, раскидывает обратно по торговым точкам. То есть на выходе у нас такая древовидная структура получается. Ну, можем считать, что обычный getList. Вот мы, он у нас сделался. Да, сделался. Это нам сейчас тоже не нужно. И в result мы только поместим в ключе stores то, что у нас получилось. Давайте сделаем dump и посмотрим. В template PHP я тоже все, считайте, закомментировал. Вот у меня делается dump и return. Дальше ничего не выполняется, пока не смотрим. А, да, нам же еще этот компонент нужно вызвать в комплексном. Поэтому в комплексном вызываем. На вход я сюда передаю шаблоны. Опять же, ну, настройки ЧПУ, в общем, передаю. Кстати, да, когда вызываете компоненты иерархически, не забывайте передавать родительский компонент. Это важно для поиска шаблонов, может быть. Даже если у вас нет каких-то шаблонов дочерних компонентов, все равно делать так нужно. Hide icons, если кто не знает, это для того, чтобы в Эрмитаж компоненты всякие кнопочки не добавляли. Так, вызвали наш компонент. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот он, наш дамп появился. Вот у нас в дампе, в ключе stores, наша таблица из базы данных, как мы и видели недавно в админке. И у каждой торговой точки есть пользователь. Ну, то есть все хорошо, можно приступать уже к созданию самого списка.
Так, как же мы будем делать список? Для создания списка мы будем использовать компонент, который называется grid. Вот на гридах давайте остановимся чуть-чуть подробнее. Гридов в Bittrex 24 не один. Во-первых, я их... Ну, что это вообще такое грид? Это такая, можно сказать, прокачанная таблица. По сравнению с обычной таблицей, в гриде можно включать, выключать колонки, можно перемещать их, переупорядочивать их, сортировать, фильтровать. Постраничка в него встроена, ну и, может быть, там еще действия какие-то со строками совершать. В общем, хорошее решение для списочных интерфейсов. Гриды я лично делю на два вида, базовые и производные. Что касается базовых гридов, их два в системе, Main Interface Grid и Main UI Grid. Main Interface Grid, он уже устарел, в принципе, его использовать особого смысла, наверное, сейчас нет. Ну, давайте, чтобы визуально было понятно, в качестве примера старого грида, Main Interface Grid, я могу вот привести вот эту вот табличку. Вот это старый грид. Новый грид мы только что видели с вами в сделках, это вот такой вот грид. Вот мы будем сегодня делать новый. Что касается специфических гридов производных, надо сказать, что все они используют один из двух базовых гридов в качестве своей основы. Разница в чем? Они немного ограничивают, конечно, функциональность базовых гридов, но при этом добавляют какие-то специальные функции, которые относятся к определенному модулю. Вот, например, у CRM есть свой грид, у бизнес-процессов есть свой грид, у диска есть свой грид. Что касается CRM-ного грида, он, на мой взгляд, такой самый интересный. Он в качестве основы использует Main UI Grid, но при этом он является вообще законченным решением для создания списочного интерфейса. Он сам вызывает для нас Main UI фильтр, то есть этот фильтр плюс поиск, который сверху над списком появляется. И Main UI селектор, он нужен в фильтре, когда вы пытаетесь фильтровать, например, по ответственным. Когда выбираете ответственного, там такая всплывашка появляется для выбора пользователя. Main UI селектор. Вот особенно подкупает, что он вызывает его сам, потому что, ну не знаю, лично я пока не осилил настройку этого компонента. И мы с вами сегодня будем использовать CRM Interface Grid. Он позволит нам довольно быстро сделать списочный интерфейс. Как же мы будем это делать? Так, ну я убираю дамп. Вот этот код пока что можно не смотреть, он нигде не используется. И у нас здесь вызывается компонент Bittrex CRM Interface Grid в шаблоне компонента списка. Обратите внимание на шаблон компонента грида. Он называется Title Flex. Вот этот шаблон, как раз-таки, используя отложенные функции, помещает в область заголовка. То есть, смотрите, видите, заголовок, фильтр и все остальное находится здесь. Вот это все грид на самом деле. Он с помощью отложенных функций сюда что-то помещает. Что такое отложенные функции и как с помощью них добавить там какую-то кнопочку, на прошлом вебинаре мы как раз рассматривали. Я думаю, знаете, о чем идет речь. Что нам нужно, чтобы грид заработал? Ну, во-первых, нужно передать ID-шник грида. Как я уже говорил, гриды довольно настраиваемые штуки. Настройки все для каждого пользователя персонально сохраняются. При этом гридов в системе много. Вот эти настройки как раз-таки будут связываться с тем ID-шником, который вы ему дадите. Ну, естественно, этот ID-шник надо придумать. Я для ID-шника завел константу в самом компоненте списка. Вот она, grid ID, называется он у нас CRM Stores List. И вот эту константу мы давайте в result передадим в шаблон. Соответственно, в шаблоне мы воспользуемся ей и передадим ее в grid. Несколько опций, касающихся Ajax'а. Опять-таки, грид много чего имеет, в частности, по мере того, как вы меняете сортировку, там перемещаете влево-вправо столбцы, меняете их размер. Этот грид, он сам по себе вообще работает по Ajax'у, но при этом он будет лезть в историю браузера, так скажем. Ну, точнее, использовать History API для того, чтобы вот сюда в кнопку назад что-то помещать. Еще он будет менять URL. Вот это поведение на самом деле настраивается довольно неочевидно и непросто, но и для нашей задачи оно вообще не нужно, поэтому мы отключаем некоторые аджаксовые вещи у него. В частности, вот он в историю не полезет у нас, ну и так далее. Так, я думаю, на текущем моменте
здесь все задокументировано, никаких других параметров мы сейчас в него не передаем. Давайте посмотрим, что у нас выведется, если мы просто вызовем грид вот в таком виде. Ну вот у нас появился пустой грид. Вот он нам радостно сообщает, что данных у нас нет. Вот теперь нам его нужно наполнить и настроить. Начнем мы с чего? Начнем мы с заголовков. То есть добавим столбцы в наш грид. Что касается столбцов, описывать мы их будем в классе. Ну, опять же, я для очистки совести скажу, что компонент не должен знать, какой будет шаблон использоваться для вывода его данных. Так что считайте, что то, что наши массивы, которые мы сегодня здесь делаем в компоненте, они по чистой, счастливой случайности совпадают с тем, что нужно гриду. Итак, как мы будем описывать наши столбцы? Столбцы, естественно, это массив. Каждый отдельный столбец – это тоже массив со следующими ключами. Айдишник. Айдишник нужно задавать для того, чтобы мы впоследствии смогли связать данные строки с нужным столбцом. Name – то, что увидит пользователь. Сортировка. Вот это тоже определенный айдишник. При смене сортировки он нам понадобится. Когда вы меняете сортировку, грид, естественно, отправляет запрос аджаксовый, и вот название того поля, по которому пользователь запросил сортировку, будет таким, каким вы укажете здесь. Оно может отличаться от этого. У нас тут один грид, нам, в принципе, это не обязательно как-то заморачиваться, поэтому сделаем их одинаковыми. Задавать его обязательно, если не задать, сортировку по полю вообще будет невозможно. First order. Это такая вспомогательная вещь. Обратите внимание, что когда вы, например, в сделках переключаете сортировку, вот видите, сейчас она у нас по возрастанию. Нажимаю дела по возрастанию. А нажимаю на айдишник, она по убыванию становится. То есть это первая сортировка, когда пользователь переключается на сортировку по текущему столбцу, то есть направление ее. Но опять же, это сделано для того, чтобы предвосхитить, так скажем, ожидания пользователя. Ну, например, вот когда вы по ID-шнику фильтруете, зачем вам фильтровать по ID-шнику? Ну, скорее всего, чтобы увидеть записи, которые были добавлены самыми последними в базу. Вот вам понадобится сортировка для этого по убыванию. Почему бы ее не поставить сразу? Далее, type, в данном случае int. Ну, ID-шник у нас это число. Насколько я помню, вот этот type, он немножко будет влиять на отображение данных таблицы. И еще один ключ у нас остался, дефолт, который нужно рассмотреть. Он указывает на то, какие столбцы у нас будут показаны при первом вызове грида, так скажем, пользователем. Ну, допустим, у нас пользователь ни разу не заходил еще на страницу сделок. Возникает вопрос, а какие столбцы ему показать, а какие скрыть? Они же по умолчанию не все показаны. Ну вот, выводиться будут как раз те столбцы, у которых стоит дефолт true. И вот этот вот массив заголовков мы передаем в шаблон в R-Result и используем его в гриде. Передаем его в грид. Прям как есть. После этого обновляем страницу торговых точек. У нас вот появились наши столбцы. Ну, кстати, он у нас оказался уже немножко настроенным, но это ладно. По умолчанию будет все выглядеть вот так. При этом обратите внимание, что мы особо-то еще ничего не накодили, а уже у нас работает скрытие показ, работает, ну, не совсем работает, по крайней мере, уже идут запросы на сортировку. Можно перемещать их, менять размер столбцов и так далее. Следующий шаг у нас какой? Добавим сюда данные в нашу таблицу. Давайте добавим строки. Строки в классе у нас уже выведены в ключе stores в result. И давайте ими воспользуемся для того, чтобы сформировать массив строк для грида. Вот строки для грида мы как раз-таки будем формировать уже в шаблоне. Для этого мы заводим массив rows, ну, у меня, по крайней мере, так, и описываем следующую структуру. Каждая строка у нас описывается массивом вложенным. Айдишник строки, он нужен будет для того, чтобы
была возможность выполнять какие-то действия над строкой. Ну, чтобы было понятно, что такое действие над строкой, вот обратите внимание на сделки. Здесь есть такое выпадающее меню каждой сделки. Когда вы нажимаете там «Редактировать», «Копировать», «Просмотреть», грид будет отправлять запрос, а вот какой айдишник он нам передаст в вопросе, это как раз вот этот ключ. Дата. Здесь у нас сама структура данных передается. В общем-то, насколько я понимаю, в гриде она особо-то не нужна. По крайней мере, main UI гриду она точно не нужна, эта структура. Это скорее, может быть, для отладки было сделано. Может быть, обратная совместимость. Но вот в CRM дату, она передается, в общем. Самое главное – это ключ columns. Это у нас тоже массив. Здесь мы как раз указываем тот ID-шник, который мы указали при описании столбцов. То есть вот этот ID-шник. И данные для него. Ну, ID-шник, естественно, берем ID-шник торговой точки. Для названия торговой точки мы сразу генерируем ссылку. Ссылка у нас генерируется, ну, как видите, очень просто HTML-ем. Для нас создается ссылка из шаблона с помощью метода makePathFromTemplate. Берем настройки вот эти наши ЧПУ из URL Templates и на место Store ID подставляем конкретный ID-шник. Ну, то есть, ладно, не буду показывать. В принципе, сейчас посмотрим, когда у нас выведутся строки. Так, URL сделали. Кстати, HTML Special Charts забыл, не обращайте внимания. У нас тут не продакшн, но вы помните, делать надо HTML Special Charts. Assigned by. Сейчас мы его рассмотрим. Адрес у нас все просто тоже строковый, а вот Assigned by здесь все поинтереснее. Мы же хотим не просто вывести название пользователя, мы хотим его вывести красиво. Красиво насколько? Ровно так же, как это сделано в сделках. Ну, вот, например, здесь ответы какие-то стоят, я могу навести мышку, у нас появляется вот такая вот всплывашка. Вот давайте точно такую же вещь сделаем и у нас. Делать мы это будем как? Воспользуемся модулем CRM, предварительно не забыв его подключить. Модуль CRM подключили, вызываем метод prepareUserBalloon.html у класса CCRMViewHelper. На вход ему надо передать массив с параметрами. Префикс формируется, в принципе, вы сами можете придумать, как его формировать. Насколько я понимаю, это для того, чтобы разные вот эти всплывашки не путались между собой. ID-шник пользователя, ну тут все понятно. Имя пользователя, вот тут надо сказать, я схалтурил. По-хорошему, шаблон имени пользователя должен быть параметром компонента. Я беру просто из настроек сайта формат имени. В соответствии с этим, там, с помощью функции формат name все форматируется. Вот как раз, чтобы получить имя пользователя полное в соответствии с неким форматом, нам и понадобится полная структура данных о пользователе. Это то, что мы как раз из user table получали с помощью getList. Ну и точно так же шаблон ссылки на профиль пользователя в core-портале. Здесь по-хорошему это тоже должно быть параметром компонента. Я беру из настроек модуля intranet. Опять же, в демонстрационных целях, чтобы было быстрее. Так, и в принципе этого достаточно, чтобы уже показать данные. Все остальное закомментировано. Это пока не используется, все остальное. На это можно не обращать внимания. Я чуть позже расскажу, куда мы до этого дойдем. Давайте. Так, рано. Row собрали. Этот row теперь нужно передать в наш grid в ключе rows. Обновляем. Вот наш grid наполнился нашими данными. Ну и у ответственного появилась такая всплывашка. Торговая точка является ссылкой. Кстати, что-то не совсем.
Так, ну давайте быстренько дебаг делать. В компонент stores list у нас передается URL templates. Нет, не передается, потому что надо было его предварительно раскомментировать. А вот это пока закомментируем. После списка я к этому вернусь, когда мы дойдем до просмотра и редактирования. Да, вот у нас ссылка сформировалась правильная, то есть CRM, Stores и ID-шник. Ну хорошо, у нас есть список, но это уже мало. Обратите внимание, что выводятся все данные из таблицы. Если у нас данных будет там миллион или сколько, на страничке они не отобразятся, скрипт просто упадет, скорее всего, с тайм-аутом. Нужно дорабатывать все это дело дальше. У нас на повестке что? Сделать сортировку, сделать действие с каждой строкой, сделать фильтр, сделать показ количества строк при текущем установленном фильтре и сделать действие с несколькими строками. Вот эти галочки, они же у нас не просто так здесь выводятся. Вот давайте к этому мы приступим. Начнем мы с сортировки, потому что это самое, наверное, простое, что можно сейчас сделать. Что касается сортировки. Опять-таки, грид у нас работает по Ajax. Он отправляет куда-то запросы. Вопрос куда? На самом деле на текущую страницу, то есть будет подключаться наш же компонент Stores List. Вопрос, как нам понять, какую сортировку пользователь установил сейчас, ну и вообще, каково сейчас состояние грида, какие у него настройки и так далее. Вот чтобы это сделать, есть специальный класс, называется... Bittrex Main Grid Options. С помощью этого класса создаем его экземпляр, передаем ему ID-шник грида. Вот он как раз по ID-шнику будет вытаскивать нам все текущие настройки грида. И вот через этот объект мы с гридом можем взаимодействовать. Ну, давайте приступим к сортировке. Я раскомментирую небольшой кусочек кода. Посмотрим, что у нас делается. Во-первых, есть у этого объекта метод getSorting. Давайте посмотрим, что он выводит. Он нам выводит текущую сортировку, а также название переменных запроса, в которых передаются настройки сортировки. То есть, когда он шлет запрос, он нам делает переменный by название поля, по которому сортируется, и order направление сортировки. Опять-таки, вот эти переменные, они могут отличаться от by и order. Зачем это сделано? Для того, чтобы, если у вас на странице несколько гридов, разные сортировки друг с другом не путались. И, в общем, да, возвращает он нам массив. Ключ sort нас интересует больше всего. Здесь у нас как раз установлена сортировка. То есть, видите, ID-шник по убыванию. Если мы ее переключим, то у нас будет сортировка по ответственному, по возрастанию. Опять переключаем, вот она у нас меняется. Здесь есть важный момент. Дело в том, что если никакая сортировка не установлена, вот этот массив sort будет вообще пустым. Если каким-то образом, ну, например, злой пользователь взял и отправил запрос аджаксовый какой-нибудь на сортировку. В общем, все, что пользователь сюда отправит, оно все сюда придет. Грид не будет проверять, какие у вас на самом деле столбцы есть, не будет эти данные отфильтровывать. Вам перед тем, как что-то подставлять в getList, важно убедиться, что в getList эти параметры есть, и ничего лишнего в этом массиве, в общем-то, нет. У меня это делается следующим образом. Я завел, во-первых, константу sortableFields, в которой у нас перечислены названия тех полей, по которым можно фильтровать. И дальше с помощью функции ArrayFilter я удаляю все ключи, которых нету в этом массиве. Ну, соответственно, у нас остаются только те ключи, которые точно есть в getList. И мы уже сможем передать это дело в getList. Что еще? Может оказаться так, что у нас все было неправильно, и массив sort в итоге очистился. Если он у нас оказался пустым, ставим дефолтную сортировку. По умолчанию будем фильтровать по
имени по возрастанию. Ну, я думаю, еще раз мы дампить не будем, там окажется как раз вот, вот этот вот массивчик, где будет assigned by ID, desk. И вот этот массивчик мы уже можем передать в getList наш. Ну, как вы помните, getStores, это передается у нас сюда параметры getList. Включая order, передаем нашу сортировку. После этого, да, кстати, не забываем еще один момент. Поскольку мы делаем какую-то постобработку того, что нам вернулось из грида, фактическая сортировка может отличаться от той, что накликали пользователи в интерфейсе. Поэтому в грид надо явно сообщить, какая сортировка оказалась финальной. Поэтому в varResult мы еще раз выдаем результирующую сортировку, и эту сортировку мы точно так же, как и раньше, передаем параметрам в грид. Чтобы не получилось так, что пользователь нажал одно, а отсортировалось по-другому. Ну, смотрим, что у нас получилось. Ну, вроде порядок меняется, то есть сортировка работает. Айдишники по возрастанию, айдишники по убыванию. Ну, все нормально. Вот так у нас делается сортировка. Дальше мы давайте приступим к фильтрам, к постраничке, придем после фильтров. Что касается фильтров, CRM интерфейс Grid позволяет нам вывести фильтры сразу за один вызов. То есть я уже говорил, что вот этот компонент CRM интерфейс Grid сам сделает нам фильтр. Нам нужно только передать настройки для этого фильтра. Как мы будем делать эти настройки? Опять же, у меня здесь объявлен массив filter fields. Здесь у меня перечислены все поля, по которым можно фильтровать данный список. Описывается он похожим образом, как и заголовки. То есть массив, внутри каждое поле фильтра, тоже массив, описывается айдишником. Айдишник – это, ну, соответственно, когда фильтр кто-то задаст, вам в результате и придет, что такой-то айдишник, значение фильтра такое-то из поля. И его название для пользователя. Опять-таки здесь работает ключ default. Если он установлен в true, то, как и в сделках, он у нас появится вот здесь, вот в правой части. Все, что default true не стоит, оно, естественно, будет скрыто. Здесь, в принципе, все просто с ID-шником, именем и адресом, а вот с assigned by ID, то есть нашим ответственным, здесь мы используем особый тип поля. Тип поля называется Custom Entity. Здесь у нас CRM Interface Grid подключит как раз-таки Main UI Selector. Селектор будет по сущности User. Вообще говоря, я не хочу углубляться в эту настройку. В принципе, вы можете найти готовый пример где-нибудь в коде Bittrex24, задампить, посмотреть, как все это настраивается и сделать аналогичным образом. Ну вот этот код я честно спер из сделок. Ну, то есть у нас появится поле, которое, при нажатии на которое появляется всплывающее окно, там можно выбрать сотрудника. Это мы с вами описали только поля, по которым можем фильтровать. Ну, наверняка еще пользователи захотят какие-нибудь пресеты, то есть предустановленные фильтры. Вот они слева, где сделки в работе, мои сделки, закрытые сделки. Мы можем тоже сделать свои, описываются они намного проще. По сути, мы задаем название нашего пресета и указываем, какие поля фильтра установить, какими значениями. Ну, естественно, поля фильтра из тех, что мы описали ранее. Ну, в данном случае я делаю пресет «Мои торговые точки», то есть те точки, в которых я ответственный, и здесь подставляется айдишник текущего пользователя, ну, и его полное имя, потому что, да, опять же, все взято из CRM. Вот эти вот два ключа, точнее, не два ключа, а два массива filter fields и filter presets теперь мы выдаем в result. Также я сразу выкину в result еще несколько ключей: enable leaf search и disable search. Вы же помните, что у нас здесь не просто фильтр, а фильтр плюс поиск, то есть можно взять что-то написать и здесь будет искаться.
Мы полнотекстовый поиск для нашей сущности делать не будем, поэтому возможность поиска и ввода текста сюда мы отключаем. Отключаем мы вот этими двумя ключами. Enable Research False, отключить поиск вообще, да. И вот это все мы теперь должны передать в наш грид. Фильтр preset из external filter false. Вот это я как раз забыл уточнить, что это такое. Ну, к сожалению, не смогу прокомментировать. Без него фильтр точно как-то плохо работал. Ну вот, прошу прощения, не смогу прокомментировать. Вот наши ключи, фильтр preset, leaf search выключили, disable search тоже выключили. Да, смотрим теперь, что у нас получилось с гридом. Все передали. И у нас сверху, видите, появился фильтр. Если сюда нажать, вот они появляются, наши поля. ID-шник скрыт, дефолт у него не стоит. И появился пресет «Мои торговые точки». Ну, можем нажать. Что-то здесь уже будет устанавливаться. Селектор сотрудников тоже работает. Все хорошо. Кстати, да, раз уж мы сейчас перешли к наполнению вот этих заголовки, давайте отвлечемся буквально на минуту и добавим сюда еще кое-что. У нас ведь по-любому возникнет задача у пользователя добавления новых торговых точек. Нам по-хорошему надо бы здесь сделать кнопочку в правой части «Добавить торговую точку». Ну, то есть, как в сделках, видите, «Добавить сделку» мы сделаем такую же кнопку. Это просто под, пока я не забыл, в шаблоне списка. У меня вот последний закомментированный кусок здесь. Вот для того, чтобы добавить кнопку, мы вызываем компонент CRM Interface Toolbar. Вот он как раз вот эти тулбары делает. Там же в нем можно вывести вот эту вот шестеренку с менюшкой. Короче, все это этот компонент. Через него мы сейчас кнопку добавим. Кнопки описываются в параметре Buttons. Каждая кнопка – это массив. То, что увидит пользователь, ссылка, куда ведет эта кнопка. Опять же, собираем ее из шаблона ЧПУ. Ну и иконка плюсик, что это у нас добавление. Вот таким образом у нас появляется справа кнопка «Добавить». Вот. Фильтры, да. Сейчас мы сделали фильтры только, так скажем, интерфейсную часть, но они у нас еще не работают. То есть я применяю мои торговые точки, они еще ничего не делают. Давайте эти фильтры сделаем рабочими. Для этого мы перейдем в компонент списка и посмотрим, как же мы получаем состояние фильтра из грида. Вот для фильтра у нас есть похожий класс, как grid options, только filter options. Называется он у нас Bittrex main UI filter options. Вот такой вот класс. Создаем его экземпляр. У каждого фильтра, так же как и у гридов, есть свой ID-шник. Ну, то есть у грида grid ID, у фильтра filter ID. Вы вызываете CRM interface grid. Вот эти ID-шники фильтра и грида, они совпадают. Поэтому сюда мы передаем grid ID. Сразу передаем сюда всевозможные пресеты, которые по умолчанию заданы, которые пользователь может поставить. И вызываем метод у него getFilter. В него мы передаем те поля, по которым можно фильтровать. В результате у нас получается массив, в котором указано, какие фильтры были установлены. Вот я сейчас обновляю страницу. Вот у нас что получилось. Ну, вообще говоря, вот этот фильтр «Мои торговые точки», там он задан только по одному полю, что ответственный – это я сам. Как видите, здесь намного больше всего передается. Вот наш «Assigned by ID», что пользователь у нас выбран текущий. Дальше дополнительно передается название этого пользователя. Нам это при фильтрации не будет нужно. «Press ID», то есть был ли выбран какой-то предустановленный набор фильтров, или же это был временный фильтр, который пользователь нащелкал сам. То есть, если я временный нащелкал сам, то у меня уже будет здесь TMP-фильтр. Ну, фильтр ID. Нам это тоже не важно. Фильтр applied. Включен ли фильтр?
соответственно, true-false, и find – это относится к поиску, то есть то, что набрал пользователь, если поиск был включен. Естественно, все вот это мы не можем взять и просто так передать в getList. Для этого еще раз, как и в случае с сортировкой, делаем фильтрацию с помощью ArrayFilter. Я завел массив FilterableFields, константа. Фильтровать у нас можно по ID-шнику, имени, ответственному и адресу. Ну, то есть те поля, которые мы с вами описали в FilterFields. Делаем фильтрацию. В результате у нас остается уже то, что можно безболезненно передать в getList. То есть вот такое что-то. Вот давайте передадим это в getList. Наш фильтр. И, в принципе, все. На этом бэкэнд с фильтром заканчивается. Вот у нас уже сработал фильтр по ответственному. Выключаем. Все перезагрузилось, все нормально. По названию, ну, допустим, давайте точка 8 найдем. Вот нашлась наша точка 8. Так, фильтр сделали. Теперь давайте приступим. К чему мы приступим? Давайте приступим по страничке. Антон, может сделать Никит, может сделать паузу, чтобы отвечать на вопросы? Да, на самом деле, да, я хочу сделать паузу, но только когда мы допишем вот этот список, у нас хорошо. Осталось, ну, еще пока прилично. Но после списка обязательно. Так, на чем мы остановились? Делаем по страничку. Что касается по страничке, нам, опять же, придется воспользоваться классом GridOptions. У него есть метод getNavParams, то есть я имею в виду вот этот вот, который мы создавали в самом начале. У него есть метод getNavParams. Он нам возвращает, насколько я помню, один единственный параметр. Ну, давайте на него посмотрим. Сейчас задампим. Да, один единственный параметр. То есть размер страницы, сколько элементов на одной странице показывать. Переключается он вот здесь вот внизу. Допустим, поставлю я 5 элементов. Вот они, npage size равно 5. Для того, чтобы удобно работать по страничкой, мы с вами воспользуемся классом pageNavigation. Создаем экземпляр этого класса. Сюда можно передать айдишник. Если у вас на одной странице несколько постраничек, то у них должны быть разные айдишники. Ну, у нас постраничка одна, айдишник будет пустым. Как настроить этот объект, который у нас получился? Ну, во-первых, задаем размер страницы из настроек грида и задаем количество элементов всего, сколько у нас есть, но при текущих установленных фильтрах. То есть здесь нельзя вызвать getCount просто так, потому что иначе количество будет больше, чем на самом деле отфильтровалось. Количество записей задали. Теперь дальше. В принципе, всем удобен этот класс, кроме того, что он не умеет из параметров запроса извлекать текущий номер страницы. Поэтому мы используем объект request. В D7, я думаю, знаете, как работать с параметрами запроса. Получили объект request, из него получаем параметр page. Там должно содержаться число, то есть текущий номер страницы. Здесь могут быть варианты. Во-первых, нужно убедиться, что этот номер текущей страницы в правильном диапазоне. Ну, кстати, я здесь не совсем проверяю, он... Здесь даже немножко для другого проверка сделана. Дело в том, что когда у вас здесь появится в итоге в гриде постраничка, там будут переключатели. Ну, давайте я прямо на сделках покажу. Ага, у меня одна. А мы сейчас переключим. Вот, у нас будут что? Первая страница, следующая и последняя. То есть номера всех страниц здесь выведены не будут. Вот такая вот сейчас постраничка в гридах. Вот если вы нажмете кнопку «Последняя», то я не знаю, видно ли вам, то вот у меня подсветился адрес, самый последний параметр, смотрите, page равно минус 1. То есть, когда пользователь нажимает последняя страница, номер текущей страницы у нас будет отрицательным минус 1. Вот мы здесь как раз и проверяем. Если он у нас больше 0, то берем его. Если он у нас меньше 0, то берем последнюю страницу. Опять же, у объекта по страничке мы вызываем метод getPageCount.
ну, то есть последняя страница у нас получится. Если же параметр page вообще никак не задан, то по умолчанию ставим первую страницу. Ну, тут, я думаю, все понятно. А дальше для... А, нет, пока еще рано. Давайте посмотрим теперь, как у нас поменяется getList. Вот больше всего этот класс удобен тем, что он сам для нас делает лимит и offset. Нам остается только вызвать методы getLimit, getOffset и передать их в getList. Все, постраничка, ну, как бы на уровне бэкэнда уже будет работать. Нам остается только передать в grid необходимые параметры по страничке. Нам нужно сделать вот такой вот массив. Номер текущей страницы передаем page нам, enable next page. Здесь мы передаем true или false, есть ли следующая страница за текущей. Ну, то есть, если у нас текущая страница меньше, чем страниц всего, то будет true. И URL, куда слать запросы на изменение текущей страницы. То есть, когда пользователь ходит по страницам, запросы будут идти на этот URL. Передали, теперь передаем это дальше в grid, вот этот массив, и смотрим, что у нас получилось. Так, это сделка. Да, вот у нас появилась такая штука. Страница первая, могу перейти на следующую, вот она появилась, на предыдущую, на последнюю, в принципе, работает. И также автоматически работает еще и кнопка «Показать еще». Если мы нажмем, то грид автоматически перейдет на следующую страницу, но добавит все записи следующей страницы в конец текущей. Вот так вот. Что касается численных показателей из последнего, у нас остается сделать, сколько всего записей было выбрано, учитывая текущий фильтр. Здесь у нас не так все просто, на первый взгляд, как кажется. В main UI grid, в базовый grid, можно передать число, но CRM Interface Grid по каким-то причинам ограничивает нам эту возможность. И единственное, что мы можем сделать, это вывести здесь ссылку «Показать количество». То есть сделать точно так же, как и в сделках. Видите, вот «Показать количество». Нажимаем на нее, идет Ajax-запрос и возвращается количество элементов. Нам придется это реализовать. Ну, чтобы вывести ссылку «Показать количество элементов», достаточно передать параметры enable row count loader true. Она у нас появится. Ну, правда, куда пойдет запрос, а, собственно, никуда. Ссылка у нас там не сформировалась. Вот здесь мы начинаем уже пользоваться всякими фичами и расширениями CRM. Ну, все-таки доработка CRM. Нам придется сделать вот такую настройку. Расширение этого грида. Расширение – это имеется в виду некий JS-класс, который на клиенте помогает совершать какие-то операции с гридом. Настройку я целиком и полностью сделал по образцу из грида для сделок. Ну, если вкратце, что у нас здесь передается? Самое главное, передается вот этот вот сервис URL. Это то, куда пойдут запросы на смену, точнее, не на смену, а, ну, вообще, какие запросы из грида, и в частности, туда пойдет запрос на количество элементов отфильтрованных. Здесь у нас передается в качестве сервис URL из компонента списка текущий URL, но единственное, что мы добавляем к нему параметр SSID, но все-таки помним, что Ajax, SSID надо добавлять, и когда вы обрабатываете, тоже проверять надо. Вот после того, как мы все это передали, при нажатии «Показать количество», по-моему, да, у нас уже какой-то Ajax-запрос куда-то идет, но пока еще ничего, по-моему, не работает. Вот чтобы заработало, для этого я завел специальный метод Process Service Actions. Вот он у нас вызывается, в него передается текущий установленный фильтр, и нам это нужно для подсчета количества. Что делаем в этом методе? Ну, естественно, берем параметры запроса. Кстати, давайте, наверное, сразу я покажу этот запрос. Вот он сделался. Идет на текущую страницу сервис URL, как и указали. Данные следующие нам передаются action, то есть действия, которые нужно совершить. Get row count. И
дополнительные параметры. Вот у нас передается ID-шник грида, который отправил этот запрос. Ну и здесь мы проверяем что? Что ID-шник грида совпадает с тем, который относится к нашему классу. Проверяем action, что action у нас среди, опять же, действий, которые поддерживает наш компонент. Вообще, кстати, по-хорошему нужно делать отдельный файлик, который будет обрабатывать только вот эти вот запросы из грида, то есть сервисный вот этот файлик. Ну, я так скажем, по лени и потому, что он довольно маленький у нас получается, я сделал его прямо в компоненте. Так вот, supported service actions, у меня здесь числится только row count. Соответственно, если у нас в action был get row count, grid ID совпал, то мы будем что-то делать дальше. В качестве ответа нам нужно отдать JSON-ку. Соответственно, очищаем буфер, устанавливаем заголовок. Ну и на будущее я уже сразу сделал switch. Если у нас действие get row count, делаем get count у нашего store table, передаем сюда фильтр, который мы получили из фильтра в гриде, из интерфейса. Получили количество, возвращаем вот такую вот небольшую JSON-ку. Ключ дата – это объект, в нем ключ текст, в котором содержится текст всего, двоеточие и количество. Вот теперь давайте еще раз сделаем этот запрос, посмотрим, что у нас получается. Во-первых, появилось наше количество. Ну и чтобы было наглядно, я покажу, что в ответе у нас вот она, JSON-ка, дата, в ней текст, всего 8. Вот так работает показ количества элементов. Но это касается только CRM-ного грида, в других все гораздо проще. Так, у нас осталось по списку еще один блок, это действие со строками. Вот мы его сейчас закончим и, наверное, перейдем к ответам на вопросы. Так, что касается действий. Действия описываются для каждой строки отдельно. У нас есть специальный ключ actions в массиве описания строки, где мы добавляли данные, columns и так далее. Каждое действие описывается вот таким вот массивом, текст, который увидит пользователь. Что произойдет при клике, написать JavaScript-код. И мы здесь, смотрите, есть ключик default true. Ну, как вы знаете, если в сделках кликнуть два раза по какой-то сделке, то вот она у нас открывается. Это происходит из-за того, что у действия просмотреть стоит ключ default true. То есть это то действие, которое будет выполняться по двойному клику. Ну, у нас по умолчанию будет открываться действие, точнее, выполняться действие просмотреть текущую торговую точку. То есть мы перейдем к карточке, к детальному просмотру. Также мы делаем редактирование, то есть переход карточки в режиме редактирования и удаление нашей торговой точки. Вот с удалением мы будем разбираться чуть позже. Давайте сделаем просмотр и редактирование. А, кстати, что его делать? Он же у нас практически готов. Формируются две ссылки. Опять же, они собираются из настроек ЧПУ. Ссылка на просмотр, ссылка на редактирование. И здесь у нас такой вот JS-код BXRM Page Open. В него мы передаем ссылку, которую надо открыть. Вот давайте прям посмотрим, что у нас появилось. Во-первых, менюшка напротив каждой торговой точки. И, допустим, нажимаем «Просмотреть», открывается карточка «Просмотр» и ID-шник 12. Да, ID-шник и должен был быть 12. Ну, допустим, давайте с третьей точкой откроем редактирование. Здесь ID-шник 11, нажимаем «Редактировать». Да, 11 ID-шник, режим редактирования. Все правильно, все совпало. Прежде чем делать удаление, мы отвлечемся на действия с несколькими элементами и начнем делать, в общем, поддержку вот этих галочек. То, что мы галочками отмечали, с ними можно выполнять же какие-то действия. Но у нас тут, как видите, никаких кнопок нету для вот этих групповых действий. Давайте их выведем. Выведем мы их каким образом? Мы воспользуемся классом Snippet, это штатный класс. Создаем его объект. Ну вот он, Bittrex Main Grid Panel Snippet. Он позволяет нам сгенерировать код для кнопочек
вот этой панели инструментов внизу. В параметре Group Actions мы передаем, точнее нет, не Group Actions, а Action Panel. В нем есть массив Groups. В нем создаем массив, который описывает группу кнопок. В этой группе кнопок мы описываем массив Items, то есть те самые кнопки, которые там будут. Вот с помощью этого сниппета вызываем два метода getRemoveButton, getForAllCheckbox. То есть здесь ничего особенного, на самом деле просто возвращается некий массив, который нужно подставить сюда, в этот параметр. Никаких параметров, вот по крайней мере в эти, в кнопку удаления и в кнопку выбрать все, передавать не надо. То есть здесь все довольно просто. С другими кнопками там посложнее получается. Вот мы это передали. У нас появилась, во-первых, кнопка удалить. Во-вторых, появился флажок для всех. Если мы нажимаем, ну, стандартное предупреждение, что это будет на всех страницах сделано. Ну и кнопочка удалить даже работает. Допустим, мы выбрали несколько элементов в этом списке. Ну, давайте нажмем кнопку удалить. Она у нас сейчас еще не обрабатывается, и удалиться, по идее, ничего не должно. Давайте посмотрим, какой запрос она нам отправляет. Отправляет на запрос на текущую уже страницу, то есть он придет в наш компонент списка, то есть source list. И какие у него есть параметры. Из параметров нам передается вот такой вот параметр action all rows. И с почерком передается ID-шник грида. Вот если он стоит Y, это значит, что флажок для всех был установлен. Ну, если N, соответственно, нет. И action button – это название той кнопки, которую нажали. Нажали в данном случае кнопку delete. Дальше идет массив ID-шников, которые были отмечены в нашем гриде. Ну, мы выбрали .6 и .5, вот их ID-шники 6 и 5. То есть все совпадает. Дальше нам нужно все это дело обработать. Идем в класс. Я здесь заготовил метод processGridActions. Давайте на него посмотрим. Он тоже коротенький, обрабатывает только одно действие на удаление. Ну, естественно, проверка с SSID. Из реквеста мы получаем вот эти параметры, которые я только что показал. Опять же, у меня есть supported actions. Здесь перечислен только delete. Проверяем, что действие, которое нам пришло, опять же, здесь находится. Если у нас были выбраны все, точнее, стоял флажок для всех, то, соответственно, делаем get list, собираем все ID-шники из таблицы торговых точек. Ну и у нас в итоге на выходе получается массив просто ID-шников. Если же все не выбирали, то берем параметр запроса ID, и он уже будет массивом с этими ID-шниками. Дальше для действия delete. Ну, все очень просто. Для каждого ID-шника вызываем store table delete. И наши элементы будут удаляться. Ну, давайте попробуем что-нибудь удалить. Выделим точку 5, например. И нажмем удалить. Точка 5 у нас вроде как исчезла, да, было 8, стало 7. Все удалилось. Вот теперь давайте перейдем к кнопке удаления, точнее, к пункту меню удалить в действиях со строкой. Здесь мы, в общем-то, будем имитировать выбор этой строки и нажатие кнопки удалить. Для этого у нас есть вот такая вот конструкция BX CRM UI Grid Extension Process Menu Command. Кстати, да, чтобы вся вот эта радость заработала, нам еще надо не забыть подключить вот этот файлик Bittrex.js CRM Interface Grid. Здесь как раз описан класс для работы с гридом. По-моему, он еще нужен для вот этого счетчика количества элементов, которые мы внизу делали через Ajax тоже. И что у нас здесь происходит? В общем, все это взято из CRM. Я не буду здесь рассказывать особо сильно. Самое главное, что мы сюда передаем ссылку, URL, который нужно вызвать, чтобы произошло удаление. То есть вся вот эта конструкция, она нужна по большому счету для того, чтобы показать диалог, уверены ли вы, что хотите удалить. И если да, то будет вызван вот этот URL, который мы передали.
URL мы формируем каким образом? Берем каталог ЧПУ, ну то есть это тот URL, где у нас открывается список, ну чтобы вызвался наш компонент списка. И добавляем к нему несколько параметров. В частности, передаем action button delete, точно так же, как и было при нажатии кнопки удалить внизу. Передаем ID-шники, с которыми нужно сделать удаление. То есть один наш ID-шник нашей строки. Ну и также SSID, опять же, Ajax. И вот теперь после этого мы можем попробовать. Давайте на точке 1 это попробуем. Нажмем удалить. Он нас спрашивает, хотите? Да, хотим. Да, точек стало 6, то есть точка 1 удалилась. Вот теперь у нас, можно сказать, работает списочное представление для наших торговых точек. В общем, что стоит отметить? Даже если вы не хотите по каким-то причинам полностью погружаться в разработку интерфейсов для сущности, знать, как создавать списочный интерфейс, я считаю, важно, потому что в корпоративных приложениях списки – это, ну, everyday business просто. В данном случае я показал, как можно, постарался показать как можно больше задач, связанных со списками, то есть и фильтры, и сортировки, и вот эти вот подсчеты количества по страничку и так далее. Возможно, в задачах нужно будет делать меньше. Ну, по крайней мере, у вас будет какой-то пример, как мы все это делаем. Так, ну я думаю, давайте поотвечаем на вопросы. Вопросов тут скопилось прям приличное количество. Я, к сожалению, в них мало что могу ответить по существу, поэтому ну, прям по очереди давай сверху вниз, как их спрашивали, сколько сможем разобрать, столько ответим. Так, ну я, наверное, буду зачитывать, потому что так сразу-то и быстро, наверное, не вникну. Александр Воробьев нам пишет, в бизнес-процессе запускаем он живой ленты, есть поле, в нем должны выводиться элементы списка. Если подобное поле заполняется в процессе работы БП, то можно обойти ситуацию через переменные. Нужно заполнять на этапе запуска. Как сделать, чтобы поле видело список? Ну, здесь это вопрос скорее про бизнес-процессы. Честно говоря, я даже не знаю, что вы хотите с этим списком сделать. То есть тут бы вам уточниться, что делать. Опять же, Александр Воробьев нас спрашивает, как запускать бизнес-процесс не из живой ленты, а из другого места. Тут бизнес-процесс можно его запускать откуда угодно, на самом деле. Что касается живой ленты, это, наверное, вы имеете в виду, где вот у нас написание сообщения, выбор его там. Этот же бизнес-процесс, который в живой ленте, его можно зайти и запустить из списков прямо. Там будет хорошая такая большая форма для заполнения всех настроек. Если же вам нужна совсем кастомная форма, то вам нужно посмотреть на API бизнес-процессов, их запускать их программным образом довольно просто. Ну, конечно, я не подскажу, какие именно методы нужно вызвать прямо сейчас. А вот нас, я ожидал, что меня спросят об этом, почему торговые точки и пользователи одним запросом не дергаются. Спрашивает нас Виктор Малюгин. Вы, наверное, имеете в виду использовать join, чтобы все это за один запрос было. Ну, давайте вот представим, сделали мы join, у нас будет плоская таблица, где будут перемешаны данные и пользователей, и торговых точек. Нам все равно придется потом их разбирать, чтобы выделить пользователя в отдельную структуру, потому что эта отдельная структура нужна дальше. Не все вместе, а именно она с правильными названиями полей.
Да, вот актуальный вопрос. Еще Александр спрашивает нас. В компоненте Grid есть фильтр, он, конечно, удобный, но делается через Ajax запрос. Есть ли возможность получить ссылку на страницу с примененным фильтром? Я задавал этот вопрос в техподдержку, ну, точнее, не я, а наши программисты. Нам сказали, что, к сожалению, нет, нельзя. Может быть, когда-нибудь в будущем она появится, потому что, ну, мы тоже хотим, если честно. Это действительно кейс такой бывает. Как в фильтр засунуть свои кастомные фильтры, типа привязки к CRM или к инфоблоку? Какие типы поддерживаются? Андрей, я вам рекомендую посмотреть на шаблон фильтра. Да, на шаблон, наверное, фильтра. Ну или не на шаблон, да, на шаблон фильтра, main UI фильтр. Там прям switch case идет по типам полей. В принципе, узнать, какие они там бывают, довольно несложно. В любом случае, вы можете попробовать добавить эти пользовательские поля и в каком-нибудь уже готовом фильтре задампить, что получилось, и посмотреть, как это реализовано. Для новой сущности торговой точки будет возможность запустить бизнес-процесс. Вадим нас спрашивает. На текущий момент нет, но мы это обсуждаем. Может быть, это будет темой для вебинара. То есть я бы сказал так, запуск бизнес-процессов над своими сущностями – это отдельная тема, которую, может быть, мы доберемся и покажем. Данные при обновлении фильтра прилетают в виде HTML или JSON. Насколько я помню, HTML. Там весь грид просто HTML свой меняет. Можно ли сделать родительские и дочерние строки? Да, можно. Пример вы можете увидеть в задачах. Они сделаны на main UI grid. Как связать торговые точки со сделками? Мы до этого сегодня дойдем. Это будет. Можно ли в гриде динамически добавлять строки и заполнять их аналог, как в админке редактирования списка? А, ну это то есть массовое редактирование имеется в виду? Нет, мы это не делаем. Это... Ну, не поместилось бы в вебинар, это довольно непросто настраивается. Хотя такая возможность есть, и в классе Snippet, который я показывал, тоже есть возможность сделать это редактирование. Возможность группировки элементов нас спрашивают в гриде. Насколько я помню, вроде бы не было. Только если вы сделаете иерархию элементов, то есть у вас на одном уровне будет один тип записи, на другом другой. Но, правда, у них будут одинаковые столбцы. Вот нам как раз говорят, что для вывода количества есть total rows count. Это в main UI grid есть, а в CRM interface grid он такой параметр не принимает и не передает. Я это специально проверил. Дмитрий хороший вопрос задает. Разве действие для всех не с учетом установленного фильтра ли отрабатывает? Вот, кстати, да, наверное, здесь вы правы. Как в селектор закинуть сущности с D7? Уточните, какой селектор, что вы имеете в виду. Так, ну я думаю, да, здесь уже пошли новые вопросы. Да, там потихоньку. Пошел часть по записи, я поотвечал. Дальше, да, давай двинемся, да, времени мы уже проходили много. Потом еще вернемся в конце вебинара к вопросам. Да, но осталось нам уже на самом деле не так много. Сейчас мы перейдем. Так, секунду. Да, вот мы с вами сделали сейчас два вот эти вот компонента, то есть комплексные компоненты, компонент списка. И теперь нам нужно бы сделать компонент детального просмотра. Store Show. Я не буду его разрабатывать на глазах, не буду ничего там раскомментировать. Я сразу возьму готовый и просто расскажу, что в нем делается. Он довольно несложный. Ну, в принципе, здесь вообще все несложно. Скорее даже занудно. Так, Store Show. Берем его.
Я его сразу отгружу. Давайте посмотрим на класс PHP. Компонент сам короткий. Что у нас здесь делается? На вход этот компонент принимает один единственный параметр, ID-шник торговой точки. Соответственно, делаем get by ID из store table. Получаем эту торговую точку. Если не нашли эту точку, ругаемся. Если нашли и все нормально, в result ее передаем и вызываем шаблон компонента. Про другие параметры сейчас чуть позже мы к ним вернемся. Для выводочки карточку мы будем использовать старую. К сожалению, я уже говорил, новую пока что не получается повторно использовать. В будущем, может быть, будет можно. Будет вообще хорошо. Вот этот компонент, я его пока что закомментирую. К нему мы вернемся, когда будем делать связь. Для того, чтобы показать карточку нашей торговой точки, вызываем компонент CRM Interface Form. Шаблон у него будет show. Ну, кстати, CRM Interface Form, он нужен и для просмотра детального, и для редактирования. Это один и тот же компонент, просто с разными шаблонами. Там show и едет. Здесь мы передаем ID-шник грида, с которым связана эта форма. Точно сейчас не скажу, зачем это прям нужно. Но, по-моему, вот где-то я находил эту зависимость. Короче, это важно. ID-шник нашей формы. Опять эта форма настраивается. Пользователь может там двигать, скрывать, показывать поля. Может создавать разделы, группировать их, как эти поля по разделам. Настройки будут привязываться к тому ID-шнику для каждого пользователя еще, который мы здесь укажем. Чтобы формочка у нас получилась такая же, как и в CRM, нам, во-первых, нужно будет включить так называемый тактильный интерфейс. То есть это возможность для пользователя как раз-таки все это двигать, перенастраивать и так далее. И указать ID-шник тактильной формы. На самом деле сюда передается ID-шник формы, которая отвечает за редактирование. Если мы сейчас посмотрим в класс PHP, ну, у нас, естественно, form ID – это такая же константа, как в случае с гридом. ID-шник формы для редактирования мы берем из компонента редактирования. Там тоже объявлена эта константа. То есть в данном случае здесь у нас CRM Stores show – наша форма, а форма редактирования CRM Stores едет. Ну и grid тоже берется из класса компонента. Show settings – это возможность для пользователя, не то что возможность, но для пользователя, это будет ли выводиться меню, в котором можно перенастроить форму. Ну, я его покажу чуть позже, когда мы дойдем. Здесь передается дата. Дата имеется в виду сама структура данных с нашей торговой точкой. В принципе, для просмотра передавать ее не обязательно. Это будет важно при редактировании. Но опять же, в CRM передается, мы делаем как в CRM. Дальше. Как вообще устроена форма в Bittrex 24? Все формы состоят из вкладок, вкладки состоят из полей. Каждая вкладка – это обычная двухколоночная таблица. Нам важно чуть позже, когда мы будем делать свои дополнительные вкладки со своим содержимым. Соответственно, мы объявляем нашу первую вкладку. ID-шник какой у нее будет, неважно. Это будет... Вообще ID-шники здесь важны только на клиенте для переключения вкладок или для еще каких-то операций. Название, которое увидит пользователь. Ну, в данном случае наш пользователь ничего не увидит, потому что мы display ставим false. То есть сама вкладка будет скрыта. Это особенность тактильной формы. Как вы помните, вкладки у нее выводятся внизу под самой основной формой. А вообще в оригинале они должны быть сверху. Так вот, первая самая вкладка, она выводится до переключателя вкладок. Ну и, соответственно, если она уже выведена, то ее имеет смысл скрыть, поэтому ставим display false. Дальше во вкладке «Включай fields» описываются поля. Ну, поля, естественно, это массив. Каждое поле – это тоже массив. ID-шник. В данном случае особого значения какого-то не имеет. Будет иметь значение, когда мы будем делать форму редактирования. Название поля, которое увидит пользователь.
Тип поля. В данном случае я использую три типа поля. Section – это раздел, который группирует поля. Label – это простое поле, которое выводит какой-то текст. Но у нас все-таки просмотр, поэтому мы будем выводить только текст. Ну и custom – это для вывода своего HTML. Сейчас дойдем. Здесь есть такой важный ключик, как isTactile. Если он не установлен true, то компонент CRM Interface Form вам ничего не покажет. Есть у него такая особенность. Точнее, он скроет это поле. Если вы пользуетесь CRM Interface Form, то этот ключ надо ставить всегда. Здесь у нас ID-шник, название и адрес – это обычные лейблы, а вот ответственного мы выведем чуть покрасивее. Для этого мы используем тип custom. В этом случае value нам надо передать HTML-код, который будет выведен в качестве значения поля. Для формирования HTML-кода ответственного мы используем метод prepareFormResponsible. Он там красивенько выводит аватарку, ссылку на пользователя и так далее. Ну, аргумент, я думаю, здесь все очевидны. ID-шник пользователя, формат, который по-хорошему должен был быть параметром компонента, и аналогично шаблон пути к профилю пользователя. Так, в принципе, мы описали нашу вкладку. Вторую вкладку, где мы будем вводить связи, я тоже пока что скрою, мы к ней вернемся чуть позже. И на этом давайте посмотрим, что у нас получилось с формой. Ну да, конечно, надо забыть эту всю радость включить в нашем комплексном компоненте. На странице Details, ну, как и раньше, вызываем компонент Control Panel, который выводит менюшку. Здесь вызываем наш интерфейс, CRM Interface Toolbar, который будет выводить кнопку, которая будет ввести пользователя на страницу редактирования. Ну, для нее мы, соответственно, генерируем ссылки. В данном случае будет нужна ссылка на редактирование. Вот она передается. Ну, то есть кнопка «Редактировать». И вызываем наш компонент карточки торговой точки. ID-шник передаем, ID-шник торговой точки передаем из того, что распарсило нам, так скажем, ЧПУ. Все, вызвали. Давайте нажмем на какую-нибудь торговую точку, откроем ее. Вот что у нас получилось. Да, кстати, текст надо убрать. Ну, вот такая вот немножко лысая форма у нас получилась. В оригинале там в CRM у нас были дополнительные элементы управления, там планировщик, что-нибудь, еще какие-то кнопки и так далее. В принципе, вы можете их все вывести здесь, но для простоты мы оставим вот такую форму. Ну, я надеюсь, понятно, это у нас поле типа section, это лейблы, и вот наш custom с кастомным HTML, то есть наш ответственный. Никит, может быть, у меня... Что касается, я, да, говорил, что мы вернемся к ключу show settings. Show settings – это вот это вот настроить форму. Никита, есть, может, будет ли оно доступно пользователю или нет. Алло, Никита, прием. Да, 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 я здесь. Может быть, у меня... подвисло. Ну, я надеюсь, что только у меня, потому что я видел твой код, а не форму. Ну, судя по тому, что ты меня не слышал, наверное, у ребят все было более-менее. Ну, давай, может быть, еще раз повторим вот тот результат, который ты показывал после того, как переключился на код, вот на форму, да. Так, а на каком месте зависло? На самой форме или на коде? Я видел код и не увидел форму, хотя слышал тебя. Ну, хорошо, на странице Details комплексного компонента мы включили нашу менюшку, включили кнопку «Редактировать» и вызвали наш компонент карточки торговой точки. Ну и дальше у нас получилась вот такая вот форма. Окей, спасибо. Так, ну, в принципе, что касается просмотра на текущий момент, то кнопка «Редактировать» у нас, в принципе, уже правильный URL строит. Единственное, что там открывается только вот такое вот дело. Давайте сделаем редактирование. Редактирование делается чуть сложнее, чем просмотр. Ой, так, все свернулось.
Для редактирования я тоже возьму готовый компонент и покажу, как мы реализовали форму редактирования. Ну, начнем давайте в этот раз с шаблона. Здесь у нас что делается? Ну, во-первых, показываются ошибки, которые могли произойти при сохранении. В этом параметре errors из result хранится объект error collection. Соответственно, по нему итерируем, получаем сообщение, ну, выводим еще show error. Здесь все просто. Дальше. Сама форма редактирования. Опять-таки вызываем компонент CRM interface form, но в этот раз шаблоном едет. Параметры похожие. Grid ID, Form ID, включить тактильный интерфейс и так далее. Единственное, что у нас добавляется. Title. Это большое такое название объекта, который мы редактируем. Ну, то есть, например, торговая точка номер один, ее название. Ну, заголовок формы, можно сказать. Is new. Важный параметр. Сюда передается true или false. В зависимости от того, создаем мы новую торговую точку или же редактируем старую. От этого зависит то, какие кнопки будут выведены под формой. Там сохранить, применить, ну и... То есть все эти вариации. Вот здесь ключ дата имеет определенное значение. А именно те данные, которые в нем находятся, они будут связаны с... полями ввода. Ну, то есть, кома выведется, если здесь есть какие-то данные, ими будет заполнены поля ввода на форме. В этот раз форма будет состоять из одной вкладки. Tabs у нас вот он, один большой массив. Здесь все то же самое. Tab 1. Да, ее название. Но опять-таки мы ее не выводим, раз у нас одна вкладка. То есть, иначе у нас появился бы переключатель из одной вкладки, которая выбрана. Нам это не нужно. И описываем поля. В принципе, описывается все точно так же, за исключением только того, что мы указываем здесь элемент управления, который мы хотим получить в результате. Ну, section все понятно. Здесь название торговой точки. Используем элемент текст, у нас появится текстовое поле. А, кстати, по-моему, нет. И здесь тоже дата нам не нужна. У нас же данные вот не в value передаются. Значение поля передается в value. Адрес тоже текстовое поле. И assigned by, то есть наш ответственный, вот тут нам придется вывести селектор ответственного, то есть из структуры компании. Используем type internet user search. Да, в качестве значения передаем ID-шник выбранного пользователя, ну и некоторые настройки, касающиеся того, что будет выведено. Опять-таки, за примерами стоит обратиться к уже существующим формам, там задампить, посмотреть, как это работает. Ну, важно то, что нам у нас будет задан input name assigned by ID, и вот по такому ключу у нас как раз и придет выбранный ID-шник, ID-шник выбранного ответственного, когда форму отправят. Дальше, после описания вкладок мы описываем кнопки под нашей формой. Ключ Standard Buttons говорит, что у нас будут показаны стандартные кнопки, ну, сохранить, применить, сохранить и создать еще, отменить, ну и всякое такое. И вот параметр backURL, он нужен для кнопки отменить. Когда жмут кнопку отменить, будет совершен переход на ту страницу, которую мы здесь укажем. Так, ну тогда давайте рассмотрим теперь сам компонент редактирования. Он немножко посложнее, конечно же, но не такой большой, как список. Что у нас здесь делается? Ну, в первую очередь определяем нашу дефолтную торговую точку, пустую. То есть, если мы создаем новую торговую точку, какой она должна быть заполнена? Какие значения по умолчанию в полях должны быть? Дальше, если нам в параметре компонента передали ID-шник торговой точки, и мы должны ее отредактировать, берем торговую точку из базы данных и да, мы ее просто берем и заменяем ей то, что было по умолчанию. При этом, если нам ID-шник все-таки задали, а он не нашелся, то есть не можем найти ту торговую точку, которую надо отредактировать, будем ругаться.
Так, это у нас генерируется название нашей формы и название страницы. Ну, тут, в принципе, ничего особенного. Set title делается. До submitted мы еще дойдем. И что у нас оказывается в result? Ну, form ID, grid ID, все понятно. Из new создаем новую или редактируем существующую, определяем по наличию ID-шника нашей торговой точки. Title для формы, структура данных, то, что мы в дату передаем, back URL. Ну, вот тут вот ситуация поинтереснее. Про URL я покажу сейчас, не сейчас, а чуть позже, как он генерируется. И те ошибки, которые могли произойти при отправке формы. Окей, это у нас, что касается просмотра. Точнее, не просмотра, а когда мы просто открываем форму редактирования. Вот давайте это сделаем. А, да, нам же еще надо ее вызвать. На странице едет, мы ее вызываем. Точно так же включаем меню и все остальные радости. У нас получается вот такое вот дело. То есть появилась наша форма. Если у нас из new стоит false, то появляются такие кнопки. Если из new стоит true. Ну вот, кстати говоря, мы реализуем такой же способ работы с формой редактирования, как и в остальном всем Bittrex. Если у нас в URL передан ID-шник какой-то сущности, значит, мы ее редактируем. Если у нас передано 0, то это будет считаться созданием новой сущности. Ну, соответственно, если у нас нолик, то форма становится вот такой. Кстати, забыл я тайтл поправить, но ничего страшного, это несущественно. Ну, кнопки уже здесь другие. Ладно, вернемся к редактированию точки номер 8. Что же будет происходить, когда мы нажимаем кнопку «Сохранить»? Эта форма отправит запрос на текущую страницу, это будет постзапрос, это не будет Ajax, это будет нормальный запрос. Нам его нужно обработать. Вот теперь мы перейдем к блоку из «Form Submitted». Здесь у нас что делается? Во-первых, есть такой метод, я завел «Process Save». Ну, вообще, из «Form Submitted», что это такое? Была ли отправлена форма, возвращает true или false. Определяется это каким образом? Нажата одна из трех кнопок Save and View, то есть сохранить и просто сохранить и называется. Кнопка сохранить и добавить еще и кнопка применить. Вот если одна из этих трех кнопок нажата, значит форма была отправлена. Если она таки была отправлена, то давайте посмотрим, как она у нас будет обрабатываться в методе processSave. Сюда, кстати, передается вот initial store, это то, что было. То, что было до того, как пользователь что-то поменял. То есть, вот ровно то, что мы получили из базы данных. Далее. Этот метод что у нас делает? Вызывает метод getSubmittedStore. То есть, он берет из параметров запроса то, что пользователь отправил нам вместе с формой. Здесь мы берем значение полей формы, ну, по тем ID-шникам, которые здесь заданы. То есть, когда мы выводили CRM-интерфейс форм, вот эти ID-шники, по ним мы получаем значение. Submitted store получили. Дальше мы делаем что? Мы делаем merge, то есть заменяем и дополняем оригинальный initial store наш, который был до редактирования тем, что отправил пользователь, и то, что у нас в результате получилось, мы проверяем на корректность. Проверяем на корректность очень просто. Если у нас не заполнено название, ну, добавляем нашу ошибку в error collection. Ну и, например, не задан ответственный, тоже добавляем ошибку. Если ответственный задан, но он не существует в базе, то тоже добавляем ошибку, и у нас в результате валидации получается коллекция ошибок. Она может быть либо пустой, если все нормально, либо там что-то есть. Ну, соответственно, проверяем, что если она у нас не пустая, то все, возвращаем false. Если же она у нас пустая, то продолжаем работать, все нормально.
Проверяем. В зависимости от того, редактируем мы или создаем новую сущность, у нас может либо быть, либо не быть ключик ID. Он к нам должен был прийти из базы данных. Соответственно, проверяем. Если он есть, делаем апдейт в нашем store table. Если нет, то добавляем новую. Так или иначе, вне зависимости от апдейта или добавления, если все было хорошо, то возвращаем ID-шник сохраненной или созданной записи. Если же не получилось сохранить, добавляем ошибки, которые случились в массив errors, и возвращаем false. Дальше возвращаемся в метод cute component. Вот у нас выполнился процесс save. Каким-то образом он либо сохранил, либо не сохранил нашу сущность. Мы получили ID-шник сущности. Ну, скорее всего, ID-шник сущности. Если он у нас действительно больше нуля, то есть все было хорошо, делаем редирект. Редирект делаем на какой-то там URL. Сейчас я чуть позже покажу, как у нас URL генерируется. Если же у нас сохранение было неуспешным, то мы знаем, что у нас в this errors записалась коллекция ошибок, которые произошли при сохранении. Соответственно, мы не делаем редирект. И нам нужно снова показать пользователю форму. Единственное, что здесь мы еще раз берем то, что отправил пользователь, и на этот раз с теми данными торговой точки, которые были до ее изменения, мержим то, что отправил пользователь. Зачем это делаем? Для того, чтобы когда произошла, скажем, какая-то ошибка в валидации, там данные невалидные отправил пользователь, то после перезагрузки формы все, что ввел пользователь, никуда не пропало. И у нас что остается делать? В принципе, да, общий workflow здесь такой. Давайте теперь посмотрим, как у нас генерируется ссылка для перехода дальше после сохранения. Ну, во-первых, мы поддерживаем параметр backURL в запросе. Если он у нас задан, то отправляем пользователя туда, куда и просили вернуть. Если же он не задан, то здесь уже в зависимости от того, какое действие было совершено с нашей формой, мы принимаем какое-то решение, куда отправить пользователя дальше. Если пользователь нажал кнопку «Просто сохранить», при создании новой сущности или при изменении. Эта кнопка есть и там, и там. В таком случае мы отправляем пользователя на детальную страницу, то есть в режим просмотра, в карточку. Если пользователь нажал кнопку «Сохранить» и «Добавить еще», мы отправляем на страницу редактирования. То есть опять открывается наша форма, однако мы указываем нолик в ID-шнике торговой точки, которую мы редактируем, а как мы помним, это приводит к созданию новой сущности. Ну, то есть готовит форму к новой сущности. Если же нажать кнопку «Применить», то, соответственно, остаемся на форме редактирования, но подставляем ID-шник той торговой точки, которую мы только что сохранили. Если вдруг ничего из этого не сработало, отправляем пользователя на список как самый последний вариант. Так, я думаю, у нас уже все должно быть загружено. Да, форму мы вызвали. Давайте посмотрим, как все это работает. Я опять вернусь в торговые точки. Давайте попробуем добавить. Нажмем кнопку «Добавить», открывается наша форма. Мы добавим кнопку «Тест». Тест на себя поставим. Нажимаем «Сохранить». Вот мы перешли в ее просмотр. И этот же тест должен был где-то здесь появиться. Вот он. Давайте попробуем, как у нас работает «Сохранить и добавить еще». Сделаем тест 2. Какой-нибудь адрес и тест «User». «Сохранить и добавить еще». Все правильно, остаемся на этой форме. Нажимаем кнопку «Отменить». Переходим в список, потому что мы там были, все правильно. Давайте попробуем поредактировать. Нажимаем «Редактировать». Нажимаем «Сохранить», все правильно, вернулись в просмотр, данные поменялись. Попробуем «Применить», остались, ага, а вот не сработал «Применить».
А потому что у нас бэк-урл задан. Ладно, ну тут, в общем, надо немножко поменять логику. Если нажали кнопку «Применить», она должна обрабатываться раньше, чем бэк-урл. Вот и все. То есть мы должны были остаться на той странице. Ну, в общем-то, как вы видите, крут у нас работает, можно сказать. Что у нас еще осталось? У нас осталась последняя задачка – это связанные сделки. Мы попытаемся привязать сделки к нашим торговым точкам. Ну, давайте кратенько прервемся, ответим на вопросы. А потом уже закончим. Осталось совсем чуть-чуть. Опять спрашивают про новую карточку. Ну, к сожалению, я, да, говорил в начале вебинара, что новую карточку CRM пока что не получается использовать для своих сущностей. В будущем, может быть, будет можно. Так, как подключить в карточку Toolbar с комментарием, звонок, смс, письмо? Вы имеете в виду вставить ленту? Ну, тут я так сразу вам и не скажу. Теоретически лента, ну вообще принципиально, она должна вставляться, она довольно универсальна, по-моему, была написана. А вот как именно это сделать, я вам не подскажу. В любом случае это непросто. Вот, нас спрашивают, очень, кстати, частая задача, мы сталкиваемся. Можно ли на форме редактирования сущности устанавливать зависимости, видимости и доступности полей в зависимости от значений в других полях формы? Если вы делаете свою форму, как мы сейчас, то, в принципе, можно. С одной стороны, это делается на JS, с другой стороны, это делается на PHP. Это и там нужно делать. Ну, как вы видите, все эти поля, которые мы выводим, они путем настроек компонента делаются. Соответственно, со стороны PHP вам нужно сделать нужные проверки и сформировать правильный массив. Со стороны клиента, ну, придется немножко пошаманить с тем классом, который отвечает за весь JavaScript, связанный с формой. Но, в принципе, это возможно. У нас это часто спрашивают, и мы это делаем даже. Вот тут спрашивают исходники раньше статьи. Ну, на самом деле я не хотел бы. К статье я хотел этот код чуть-чуть доправить вопрос дальше. Больше. Да, я думаю, что мы, когда будем готовы, сделаем все красиво, публикуем вместе и статью, и код. Да, у нас вообще-то в идеале должен получиться только модуль, который можно закинуть в коробку, нажать кнопку «Установить», и все это дело развернется. По-правильному надо делать так, и в качестве примера я такой модуль собираюсь выдать вместе со статьей. Да, отдельную таблицу создаем для хранения данных сущности. В принципе, вопросы закончились. Сейчас, буквально минуту. Я прям регулярно в течение вебинара спрашиваю про бизнес-процессы над своей... Ну, кстати, я даже не ожидал. Надо я думаю, эта тема, да. Поразмышлять, может быть, стоит, да. Так, ну что, нам осталось связать сущность. В принципе, мы сейчас это сделаем быстро, потому что пользовательские поля, я на прошлом вебинаре про них тоже говорил, сейчас мы опять про них еще раз говорим. Идея в чем? Собственно, делаем свой тип пользовательского поля. Тип пользовательского поля мы в установщике нашего модуля регистрируем с помощью события onUserTypeBuildList. Поле наше, вот оно, StoreBinding называется. Давайте посмотрим его класс. Тут все довольно однообразно, можно сказать. Описательный массив нашего поля. Я уже рассказывал, что здесь такое есть в прошлом вебинаре.
типы данных для базы данных, как все это будет храниться. Мы будем хранить ID-шник той торговой точки, с которым мы связываемся, то есть int выбираем здесь в данном случае. Дальше методы получения элемента управления для фильтра в админке, получение данных из фильтра, из этого элемента управления. Здесь у нас getAdminListView.html. Это у нас метод, который возвращает представление значения данного поля для админки в списке. Это для то же самое в списке для админки, это для массового редактирования. Здесь должен появиться метод управления уже. Но они здесь на самом деле все однообразные. Либо getStoreLink для просмотра и getStoreSelector для редактирования. Сейчас эти селекторы покажу вам все. Дальше просто по методам пройдемся. EditFormHTML за что отвечает? Он за элемент управления, который будет показан в админке в форме редактирования основной сущности. GetPublicView, GetPublicEdit. Соответственно, просмотр и редактирование в публичной части, но опять-таки только для самой формы, только для детального просмотра. Вот, кстати говоря, со списками здесь странное дело получается. Я попробовал, здесь я этого не делал. А, ну вот у нас появилась торговая точка, видите, выводится просто ID-шник. Не поверите, это нормальное ожидаемое поведение. По-хорошему здесь, конечно, должен был появиться название торговой точки. К сожалению, на текущий момент не представляется возможным. Тут ситуация сложная, это связано с какими-то ограничениями в пользовательских полях, с ограничениями в самой CRM. Вот результатом появляется такой артефакт. То есть вы даже можете создать, допустим, привязку к элементу highload блока, и там тоже будет выводиться ID-шник, там нельзя вывести название. Ну вот, к сожалению, вот так. В будущем, надеемся, это все-таки исправится. А у нас же всегда есть JS, чтобы перерисовать, что хочешь. Да, у нас всегда есть JS, чтобы перерисовать, но опять же с гридом это может быть непросто. Ну, кстати говоря, здесь же вы... Ну, тут дело в чем? Вы же этот грид сами формируете столбцы. Вы можете сами задать, какой текст сюда вывести. Проблема в том, что вы не знаете, как каждое поле выводить. Они же сами по себе работают. Ну, короче, это не тот уровень абстракции. Поэтому, а, собственно, в чем проблема? Видите, есть getPublicView, getPublicEdit. То есть это представление для детального просмотра и для формы редактирования генерируется. А для списка здесь ничего такого нет, к сожалению. Ну вот, приходится пока что жить вот так. Ну, ничего страшного. OnSearch Index возвращает индексируемый контент для того, чтобы по полю можно было искать. Здесь я... Ой, тупо я скопировал из, по-моему, строки. Здесь по-хорошему надо было получить данные торговой точки и вернуть их, а не в данном случае просто индексироваться ID-шник будет. Это, конечно, неправильно. Не делайте так. А вот наши методы getStoreSelector, getStoreLink, которые я использую для вывода нашего поля. GetStoreSelector генерирует самый обычный HTML-овский селект, где перечислены все торговые точки, можно просто выбрать. Опять же, я это поле писал не с той целью, чтобы показать, прям как это вообще правильно делать. Оно написано довольно халтурно, оно не поддерживает множественность. Я в этом уверен практически. Опять же, это просто для примера того, как можно сделать связь между сущностями. Мы не на поле сейчас концентрируемся. Здесь у нас выводится обычный селект для выбора торговой точки для привязки. GetStoreLink, который используется в просмотрах, он просто выводит ссылку на торговую точку. Единственное, что ссылка на торговую точку. Вопрос, где же лежит этот компонент, который может показать у нас эту точку. Здесь у нас никаких параметров, так скажем, ну, все-таки это поле, это не компонент. Поэтому в настройках модуля я создал здесь файлик options.php. Вот он такой коротенький. Здесь у нас всего три настройки. Давайте я их вам прям покажу. Так, настройки модулей, торговые точки CRM. Вот они, наши три настройки. Здесь у нас шаблон ссылки
До карточки торговой точки хранится шаблон ссылки для карточки сделки. Это нам понадобится чуть позже. Ну и название поля, по которому мы будем фильтровать сделки. Ну, сейчас мы до этого дойдем. Сейчас самое главное, что мы берем вот этот параметр и в соответствии с ним генерируем ссылку, которая будет выведена при просмотре основной сущности. Вот там, вот в этом поле будет вот такая ссылка. Дальше. Поле мы создали, нам, точнее, описали. Теперь его надо создать. Я его на самом деле уже создал. Ну, давайте просто покажу, что у нас в объекте CRM Deal есть поле UF Store типа данных привязка к торговой точке, то есть класс, который только что описали. Дополнительных настроек у него никаких нет. Ну, то есть тут все стандартно, ничего такого особенного, в общем-то, и нет. У какой-нибудь сделки, давайте посмотрим, у нас, по крайней мере, здесь заполнено, ну, давайте для вот этой сделки заполним торговую точку. Выберем, ну, допустим, вот этот тест. Сохраняем. И вот она у нас даже вывелась, вот этот тест. Можно по ссылке перейти. Она здесь у нас открывается. Вот, теперь нам нужно по-хорошему, не просто ж так мы связывали, нам нужно, наверное, вывести список тех сделок, которые были связаны с данной торговой точкой вот здесь в режиме просмотра. И вот на этом моменте мы вернемся снова к карточке сделки, которая у нас в просмотре, то есть компонент Store. Вернемся мы к шаблону. Здесь даже нет, не так, не сразу мы к нему вернемся. Опять-таки, список сделок – это прежде всего список. Списки в интерфейсе Bittrex24 мы выводим с помощью грида. То есть возвращаемся мы снова к гриду, и нам его нужно написать. Естественно, я вас не буду мучить, показывать еще раз, как пишется грид. Я заранее заготовил компонент Store Bound Deals. Сейчас я его покажу, он предельно простой, там кода практически нет. Класс PHP. Ругаемся на все, что нам не подходит. Получаем нашу торговую точку из базы данных. Естественно, она параметром передается. Если получили все нормально. Дальше делаем get list по сделкам. Используя название того поля, которое у нас указано вот здесь в настройках UF Store, его мы и добавляем в фильтр. Соответственно, айдишник текущей торговой точки сюда передаем. Соответственно, мы получим список сделок, которые с ней связаны. Выкидываем все это в result, то есть нашу торговую точку и список сделок, и дальше выводим их с помощью грида. Вот здесь мы используем базовый грид, main UI грид. Я у него описал всего-то навсего грид ID, заголовки. И опять же, сделки беру только так, всего-то несколько полей. Ее ID-шник, название и сумму сделки. По-хорошему, надо бы там выводить прям по полной. И, наверное, еще по-хорошему стоило бы найти готовый компонент. Но как-то не было времени его настраивать. Было проще скопировать что-то вот такое. Ну и все, передаем здесь наши, то есть список сделок. Сформировали мы их чуть выше. Вот они, Columns, ID, Title, Opportunity. Берутся и сделки, да, цикл у нас по сделкам. В принципе, все это мы уже сегодня видели. Единственное, что Main UI Grid, он, ну, как вы, наверное, успели заметить, наверное, не успели заметить, гриды, они занимают всю рабочую область. То есть по умолчанию обычно есть вот такой вот отступ здесь. Если мы вызываем какой-либо грид, он этот отступ сам убирает. Незаметно для нас. Вот этот отступ мне пришлось небольшим костылем вернуть. Костылем каким? Вот таким. С помощью important. Но опять же, не было времени искать правильное решение. Этот компонент сделан чисто в целях демонстрации. Ну и вот этот, давайте его вызовем на странице просмотра мы его вызовем. В данном случае я использую функции буферизации для того, чтобы
захватить весь HTML-код, который он возвращает. И весь вот этот HTML-код я передаю в отдельную вкладку в нашу форму. Делаем вкладку «Сделки», соответственно, ее название. И в качестве полей у нас здесь будет одно единственное поле. Есть такой атрибут callSpan, мы его ставим true. Это значит, что поле будет не как обычно в двухколоночной таблице слева название, справа какое-то значение или элемент управления. Здесь у нас это поле займет всю строку, то есть callSpan 2 там установится, и у нас поле будет одно на всю строку. Тип ставим ему custom, чтобы вывести HTML, ну и HTML, который мы захватили, соответственно, передаем. Давайте посмотрим, что у нас вышло. Вышла у нас вот такая вот вещь, появилась вкладочка внизу, и внизу вот этот grid появился. И вот она, наша сделка доставка серверов, с которую мы связали с нашей торговой точкой тест. Ну вот примерно так можно сделать связи с другими сущностями, а точнее других сущностей с нашей, с той сущностью, которую создали мы. Так, ну и что же у нас осталось? В принципе, у нас по большому счету остается закончить наше решение, то есть собрать все вот это дело в наш модуль, написать нормальный установщик. Ну, естественно, я этого сейчас делать не буду. Наверное, этот код уже выйдет со статьей. В принципе, на этом у меня все. Давайте, наверное, еще раз наконец посмотрим вопросы, какие у нас остались. И это было очень круто, Никита. 2 часа, но большая история. Круто, спасибо тебе. Не понял, тут Вадим спрашивает, градусник стадия, как в сделках можно сделать в торговых точках. Ты понимаешь, это прогресс бар тут в смысле, что ли? Стадии с движением. Это если я правильно понял вопрос. Так, ну давайте, да, нет. Вадим, скажите, вы имеете в виду вот эту вот зеленую штуку сверху? Если да, то тут могут быть варианты. В старой карточке она делается не совсем так, как в новой. В новой карточке это компонент CRM Entity Progress Bar, по-моему, я точно не помню сейчас, как называется. В старой карточке, по-моему, через класс CCRM View Helper это все генерировалось. Но, по-моему, можно. Я как-то вроде бы не видел никаких противопоказаний к этому. Нет ли возможности вывести список торговых точек в просмотре сделки на табах, как связанные приложения с читаем? Возможность есть. В прошлом вебинаре мы как раз рассматривали, как делать кастомизации с помощью JS. Вот вкладочку можно добавить с помощью JS на самом деле. Либо же сейчас можно вкладки добавлять с помощью REST, можно через него. Конечно, это не напрямую получается, но все-таки. Ну и, кстати, да, когда вы будете генерировать какой-то код этой вкладки, опять же, можно вызвать grid и его код разместить еще JS. Поверьте, это будет работать, мы уже пробовали. Как подключить фильтры к текстовому полю pop-up с автокомплитом и поиском по другой сущности инфоблоку? Вопрос сложный. Тут зависит от контекста. Если вы говорите о той форме, которую мы сегодня создавали, то, наверное, это будет довольно непросто сделать. В общем, проще всего это сделать, если вы найдете готовый тип пользовательского поля, привязка к инфоблоку с автокомплитом. Если вот он в Marketplace есть, то посмотрите, вы лучше всего используете его. Впоследствии вы можете с помощью User Field Manager вывести на редактирование пользовательские поля в эту форму, которую мы сегодня показали, то есть там ничего сложного нет. Ну и, соответственно, автокомплит там появится. Где взять код функции D? Ой, меня уже спрашивают который раз. Давайте я всем покажу.
Называется это дело KindPHP. Такой вот удобная замена вардампом, принтером и так далее. Я даже, наверное, сейчас... Иван, не подскажешь, как всем отправить? Потому что вопрос уже далеко не первый раз. Когда вы будете ждать ответ, там у тебя кнопочка есть Send to All. Ага, вот. Ну, я надеюсь, все увидели. Так, ну и в принципе все, вопросов больше нет. Я думаю, можем завершаться. Ура, ура, спасибо большое всем участникам. Что круто, что столько людей приходит на вообще ни разу не непростые темы. Значит, даем полезные и важные материалы. Пишите нам, пожалуйста, еще обязательно здесь, какие темы вам еще интересны. Много было таких вопросов по ходу. Вот, если еще есть мысли, что хотели бы увидеть прям и частно, и какие-то тематики в целом, пожалуйста, напишите. Я еще поддержу включенным чат минут так, наверное, 5, чтобы пособирать. Вот, Александр пишет, приезжайте в Иваново на формулу сайта. Я, кстати, не так давно был в Иваново на формуле сайта. Ну, окей, тогда все. Я ни разу не был на формуле сайта, хотя мы ее проводим. Я, кстати, да, можно дополню немножко по поводу следующих тем. Сейчас на текущий момент я вижу 3 перспективных темы, которые мы можем рассмотреть. Первая – проверка прав на доступ к сущностям, то, что мы сегодня не доделали, а без этого, в общем-то, сущность будет неюзабельной, это очевидно, если вы не можете права распределить по сотрудникам. Вторая тема – это подключение своей сущности к бизнес-процессам в роли документа, то есть мы подключаем конструктор бизнес-процессов к своей сущности, делаем запуск этих БП, ну и, в общем, все, что с этим связано. И третья тема, которую я вижу перспективной, как вы знаете, в Bittrex24 очень много задач связано с интеграцией с внешними системами. Вот эту интеграцию чаще всего, ну не чаще всего, а удобнее всего делать с помощью REST API. Мы можем посмотреть, как в существующий модуль REST API добавлять свои методы, как их в веб-хуки добавлять и так далее. Ну, в качестве примера можем обвесить вот эту нашу сущность торговой точки REST API. Давай так, ребят, кому интереснее всего БП, пишите БП. Кому интереснее права, пишите права. Кому интереснее всего, как сделать свой REST, да, пишите REST. А мы посмотрим на, так сказать, ваших комментариев, что кому интересней. Вот помимо этого, пишите, пожалуйста, да, что еще в целом интересует. Тогда мы будем завершаться. Спасибо большое. Бог с вопросами повисит. Подождем ваши ответы. Спасибо большое всем участникам. Ну, всем пока. Пока.